Пашка! Колян, ты что так пугаешь? Подожди, а что ты делаешь? Помнишь, в хрониках Дэнди ты говорил, что Ghost & Goblins самая ужасная игра? Ну да. Ни хрена! Не то. Вот. Это самая бесчеловечная, отвратительная игра, которую я когда-либо видел в жизни. И ты приехал за 1000 километров, чтобы сказать мне об этом? Я неделю не спал, месяц не мылся, не помню, когда играл в Battletoads. Пашка, пожалуйста, избавь меня от нее. Афина. Господи, Коля, розовый картридж, деваха в лифчике, и это самая ужасная игра? Не недооценивай ее. Это зло в гламурной обертке. Оно тебя сожрет. Не включай. Уничтожь, сожги, сделай что хочешь, а с меня хватит. Забыл. Погоди, ты куда? Ты что, уходишь? Никогда не включай эту игру. Вот что делают с человеком 1500 часов всякой дичи на Famicom. Совсем поехал. Что за дичь? Это неиграбельно! Но теперь я прошел первый уровень. Не прошел! Да что вообще происходит? Как это нормально играть? Я вообще не понимаю, это я его бью или он меня бьет? Да что за хрень? Кто ее сделал? Для кого? Как? Почему люди в это играли? Почему я в нее играю? И все равно я хочу ее пройти. А, вы же не понимаете, о чем речь, да? Ну тогда я вам расскажу. Но сначала надо поменять нижнее белье. Как вы думаете, если вы ни черта не смыслите, как делать игры, а то, что вы сделали и игрой это сложно назвать, то что нужно, чтобы игра продавалась? Правильно, налепить на обложку голую девчонку. Ну, в данном случае у нас девушка в бикини и ярко-розовый картридж. Определенно это привлекает внимание, не так ли? И вот вы покупаете картридж с привлекательной девушкой и думаете, что сейчас здесь будут всякие непотребства, да? Ну, вы думаете правильно, только творить их игра будет непосредственно с вами. История тут выглядит так. По туннелю идет девочка, прыгает, и внезапно ее поглощает тьма. И теперь она в одних трусиках появляется в лесу. Все. А что, вы думали, тут будет развернутая история некой принцессы с завязкой сюжета? Это игра 87-го года. А вы знаете, как тогда показывали завязку сюжета? В общем, начинаем мы в лесу. Афина может прыгать и бить ногой. Удар, прям скажем, не очень эффективный. Из врагов можно выбить оружие, дубину или меч, и обретя его, появляется возможность дубасить камни. Из камней выбивается разного рода броня.
Вот именно. Мы ее одеваем, а не раздеваем. А вы на что надеялись? Попробовав нажать на кнопку Select, игра продемонстрирует вам первую странность. Она зачем-то вылетит в черный экран. И будет показывать вам его до тех пор, пока вы вновь не нажмете на Select. В чем смысл этого, непонятно. А вот начав прыгать Афиной по платформам, вы непременно заметите, что и здесь что-то не так. Почему-то прыжки у нее разной высоты. Вы нажимаете прыжок, она прыгает низко. Вы нажимаете его еще раз, она прыгает высоко. Вы нажимаете третий раз, снова высоко. Нажимаете в четвертый, снова низко. И это никак не зависит от длительности нажатия на кнопку. Знаете, от чего это зависит? От счета. Представьте себе, высота прыжков идет в определенном порядке. Первый всегда низкий, а потом два высоких. И так будет всю игру. То есть, чтобы сделать высокий прыжок, вам перед этим обязательно надо сделать низкий. И на протяжении всей игры придется считать долбанные прыжки, чтобы нормально перепрыгивать ямы. Низкий, высокий, высокий, низкий, высокий, высокий, низкий, высокий, высокий. Твою мать, какой отбитый программист это вообще придумал? Почему кто-то решил, что в платформенной игре должна существовать такая механика? В нормальной игре для высокого прыжка кнопку нужно просто зажать. Ладно, мы идем вперед, убиваем монстров и ломаем блоки, чтобы находить там апгрейды к броне и еще чертову кучу предметов, предназначение которых остается загадкой. И нигде игра вам не объяснит, что это и зачем вообще нужно. А разобраться в этих предметах просто необходимо, потому что всю игру мы только и будем делать, что бить блоки и искать в них предметы. Начав изучать игру, приходит понимание, что структура каждого уровня представляет из себя два этажа. Пройдя по нижнему этажу, вы переместитесь с начала уровня и потеряете всю прокачку. Пройдя по верхнему, вы наткнетесь на босса, который, вероятно, вас убьет, потому что совершенно непонятно, как его бить. То он вас отбрасывает, то наоборот притягивает, снимая всю полоску жизни. И вот то, что нифига не понятно, куда нужно бить врага, это один из ужаснейших моментов этой игры. Вы не понимаете, бьете вы кого-то или нет, наносите ли вы ему урон, или у него иммунитет. Тут нет никакой анимации урона по врагам. Да и по вам самим, если честно, тоже. Вот вы идете, утыкаясь во врагов, но с вами ничего не происходит. А бывает, что даже самый слабый незаметный враг снимает вам всю броню и в придачу отравляет. Или как вам моменты, когда один выстрел снимает вам всю жизнь, несмотря на всю броню, которую вы собрали. И в этом вся игра. Она нарушает базовые правила видеоигр. Вы не понимаете, бьете вы кого-то или бьют вас. Почему Афина застревает в стенах и попадает в ловушки, из которых нет выхода? Почему прыжки такие странные? Почему броня не защищает от выстрелов? А, ну и после всех этих вопросов может еще возникнуть вот такая ситуация. Я прохожу до конца нижнего уровня, и теперь меня, по идее, должно отбросить в начало. Но этого не происходит. И вот почему? Что я сделал? Игра мало того, что ничего не объясняет, она просто на ходу меняет свои же правила. Ну, собственно, вот как-то так вы и будете думать, играя в эту игру в одиночку. И самое разумное в этой ситуации – выбросить нахер эту раскривую хрень. Но я не могу поверить, что разработчикам было настолько похер на свою игру. Наверняка на все эти вопросы где-то есть ответы. И я знаю, кто мне их даст. О, Колян... Не играй, говорит, в игру. Абонент временно недоступен. Блин, абонент недоступен. А, ну да, наверное, еще в самолете. Ладно. Так, а где же еще мы можем найти ответы? Да ну вы серьезно. Oh,
Ну да, какие еще варианты? Афина. Если вам нужна помощь по этой игре, обращайтесь по номеру. Ну нифига себе, вместо советов номер телефона. Причем какой-то странный. Не, ну такого еще не было, так что мало ли. S-Riban Nuza Consultasia Pozamene Dozostikana Famicom Nasmaito Ojin S-Ri Nuza Pomozu Poprohotsdeniu Igruna Famicom Nasmaito Doba S-Ri Nuza Consultasia Po Igru Afina Nasmaito Tori 3 Ojida Ajite Otobeta Specialista Да кому, ну сколько можно, деньга же капает. Слушаю вас. Конец-то. А, здравствуйте, мне нужна помощь по прохождению игры Афина. Сожалею, но я не даю консультации по телефону. Чего? Но в книге с секретами к играм указан именно ваш номер. Как же вы консультируетесь, если не по телефону? Я даю консультации по Фамикому. Так мне нужна консультация по Famicom? Игра на Famicom? Sorry, Ranogame. Возьми картридж Афина, ставь его в Famicom и в микрофон второго контроллера произнеси Famicom Daibutsu Saitai Zukan Keten Nishirakuma Mori Osuke no Maki. Чего-чего, Daibutsu? А можете повторить? Pakegame. Famicom Daibutsu Saitai Zukan Keten Shirakuma Mori Osukue Namaki. И что потом? Ожидайте ответа. Ответа где? Алло? Какого хрена это сейчас было? Что он сказал? В микрофон второго контроллера произнесите. Ладно, где мой Famicom? Famicom Daibutsu Saitai Zukan Keten Shirakuma Mori Osukue no Maki. Вы не представляете, каким дебилом я себя сейчас чувствую. Насакинай. Приветствую тебя. Я Хигисан. Гему Хигисан дес. Вижу, ты ресурса пройти легендарную Афину. Это под силу рис немногим. Однако я всецело готов помочь тебе и срусаю твои вопросы. Вопросы? Ладно. Почему враги в игре снимают броню одним выстрелом? Почему меня то отбрасывают в начало уровня, то нет? Как понять, получает ли босс урон? Почему прыжки в игре... Исогана Иде, вижу ты запрута в хитросплетениях этой игры. Для начала нужно успокоиться. Ведь как нельзя распутать крюбок середины, так и нельзя постичь мастерства этой игры, не ведая ее истории. Послушай древнюю легенду.
Давно-давно зира была принцесса небесного королевства Афина. Однажды ей стало скучно, и она решила открыть дверь в подворье, которую никогда нельзя открывать. Сделав это, она попала в мир фантазии, которым правит герой император Данте. Чтобы победить императора и вернуться обратно, Афине нужно пройти через 8 уровней. Отличная история. И откуда вы ее взяли? Она написана в каждом руководстве, идущей с игрой. Да, действительно, у этой игры был мануал. Причем не только японский, но и английский. Так как компанию SNK угораздило выпустить ее еще и в Америке. Только если в японском мануале вся предыстория была описана в виде манги, то в американском это был всего лишь маленький абзац, к которому зачем-то прилепили скриншоты из другой игры, а именно Спеланкер, который вообще никаким боком не имеет отношения ни к SNK, ни к Афине. Всем настолько было плевать на эту игру, что они свояли мануал на отъ***с. Окей, но это все равно не объясняет, почему при перемещении в мир фантазии у нее пропала одежда. Кангайру... Позже... Ты поручишь ответ на этот вопрос. Хорошо, а что тогда насчет кучи предметов, которые Афина находит в игре? Что из этого надо, что не надо, и для чего они вообще нужны? О, это же самое интересное. Ведь эта игра в определенном смысле еще и RPG. А это то, что делает ее в несколько раз лучше. Угу, и длиннее. Для начала усвоить, что у Афины есть 4 вида оружия и 3 вида брони. И каждый из видов имеет 3 степени прокачки. Начнем с оружия. Это меч, руку, дубинка и посоху. Синий меч предназначен для врагов. Золотой меч приобретает способность ломать броки, а у красного есть дальнобойная атака в виде лазерного луча. Рук изначально оружие дальнобойное. При прокачке на синий сатарери он также приобретает способность ломать броки. Поручив огненную сатриру, ты сможешь сметать ряды броков по горизонтали. Дубина может сразу ломать броки, но только с 2 ударов, а прокачав ее до ворота уже с 1. Максимальный уровень дубины – это цеп, и он ломает по 4 брока за раз. Посох – самое слабое оружие в игре. Но в виде свитка равносилен огненный сатарере, а в виде книги он сметает по 2 ряда брёков. Но самое мощное оружие в игре – это огненный меч. Сигаси, за него нужно пройти тем, что у Афины будут убывать жизни, пока не останется 5 дерений здоровья. Значит, брать его никогда не будем. Переходим к броне. Она состоит из 3 частей – сарем, сыту и доспеху. И она также имеет 3 уровня – бронзовый, серебряный и золотой. Сарем дает защиту головы и позволяет разбивать броки головой. Броня уменьшает урон сзади, щиту уменьшает урон спереди. Общие показатели атаки и защиты у Афины ты можешь заметить на экране справа вверху. S – это показатели силы атака, H – соответственно защита. И когда ты соберешь, допустим, полный золотой сет брони, ты получишь 12 очков защиты. А если найдешь к нему еще золотую корону, она даст тебе еще 4 очка сверху. То же самое работает и с оружием, только там это делает не корона, а красное кольцо. Окей, я понял. Не спеши.
Ведь есть еще дополнительные кольцо и корона, которые работают не так. Первая прокачивает текущую броню, если броня не золотая. Кольцо работает аналогично, только прокачивает оружие. Причем ты можешь собрать несколько красных колец или золотых корон, и каждые дадут тебе по 4 очка. Но в случае смены оружия или брони, дополнительные показатели сгорают. А, еще есть зеркало. Стоп, мне серьезно обязательно все это знать? Нельзя обойтись чем-нибудь одним? Эти ваши РПГ не совсем то, что я вижу в этой игре. Это же платформер. Ну возьму самое крутое оружие с броней и пойду всех валить, нет? Этот мир полон опасностей. И с тобой вызвать, ты должен с умом развивать своего персонажа. Однажды ты можешь потерять все и сразу. И тогда тебе понадобятся эти знания. Орени какую. Так вот, зеркало. Оно тоже имеет 3 уровня прокачки. Голубое, зертое и красное. Твоя броня хрупка, и зеркало поможет уменьшить шанс, что она сломается. И чем выше уровень, тем ниже шанс разрушения. И еще рекомендую всегда носить с собой противоядие. Оно выглядит в виде синей бутырки. В случае, если тебя отравят, яд не подействует. Да, это походу со мной и происходило. Но только не перепутай его с красной бутыркой, ибо она содержит этот самый яд. Всегда бери только синюю. Так значит, я не избранный, чтобы пройти Афину? Но не. Неважно. Что-нибудь еще? Также остерегайся руки гоблина и сета черепа, ибо они снижают уровень твоей амуниции. Окей. А теперь переходим ко всем остальным предметам. Охренеть. Рампа поможет избежать схватки с боссом, если ты найдешь ее и пройдешь по низнему пути. В этом случае тебя не отбросит назад. А, так вот почему меня не отшвырнуло. Хай. Синие и красные часы добавят или отнимут время от начала игры. Синий кристалл позволит увидеть предметы, скрытые в брюках. А красный? А красный отправит тебя в страну чудес. Да я уже там. Братья Скорницы выдаст тебе дополнительную жизнь. А я что говорил? И самый важный предмет игры — буква К. Предмет буква К? Это и есть предмет? Гениальная игра! Тебе всегда необходимо носить его с собой. Ведь если ты умрёшь, а умирать в этой игре ты будешь часто, ты потеряешь всё, что смог найти. Но с буквой К... Все твои предметы остаются даже после смерти, кроме самой буквы К. А что означает эта буква? Эта тайна непостижима даже мне. Возможно, что-то вроде «Капец, какой нужный предмет». Ладно, теперь зная все это, я уже могу начать играть? А еще есть цветы. Какие нахрен цветы? Разные. Двух видов. Красные и... Синие? Нет. Другие красные. Первые красные тебя лечат, а другие красные увеличивают скорость здоровья. И как отличить красные от красных? Никак. Собирай все. Чтоб их найти, просто пройди по земле. И когда за тобой вырастет цветок, возьми его. Хорошо, но теперь-то я могу начать играть. На первое время тебе хватит этих знаний. Попробуй применить их на практике. В случае трудностей произнеси заклинание в контроллеру, и я постараюсь тебе помочь. А пока у меня есть неотразное дело. Сейнеро!
Угу. Ну, поехали. Итак, теперь мы знаем, что первого босса убивать не обязательно. Да и вообще, тут можно всех боссов пропустить, если найти на уровне лампу и пройти путем, который отбрасывал вас в начало. Так что первый уровень больше не представляет проблемы. Второй уровень – это пещерный мир. Принципиально отличается от первого только тем, что для того, чтобы найти босса, понадобится еще один апгрейд – крылья. С ним Афина может летать по экрану и залететь на уступку, да ранее не могла допрыгнуть. Босс здесь голем. Он запускает свою голову, и она летает и вас кусает. Обычное дело для голема. С ним тоже не должно возникнуть проблем. А вот уровень 3 – морской. И вот тут уже начинается веселье. Во-первых, вам выдают очередной апгрейд в виде хвоста. Да, теперь мы собираем в игре не доспехи, а части тела, представьте себе. Хвост уменьшает Афину вдвое, что позволяет проплывать в щели величиной в один блок. Хорошо хоть что прокачка при этом сохраняется, но начиная с этого уровня приходится овладевать секретной техникой, а именно уворотом от выпадающих из врагов предметов. Вот скажем, вы пришли со стреляющим мечом и вам выпадает стрела. Вы решили прокачать стрелу, вам выпадает посох. Вы решаете качать посох, а вам опять выпадает стрела. И так постоянно. Вам регулярно будут сбрасывать прокачку, а без нее проходить очень больно. Ведь враги появляются в огромных количествах, и в отличие от нормальных игр, они любят просто зависать внутри игрока, нанося постоянный урон. А напомню, что тут нет периода неуязвимости, и 2-3 врага легко могут вас закусать и свалить будет просто некуда. Так что плавание кругами, сбор цветов и увороты от выпадающих предметов – единственная жизнеспособная тактика. И вот, вы долго собираете снаряжение, цветы, короны и прочую хрень, но одно неверное движение, и враг, залезший вам под броню, отнимает ее у вас, всучивает вам посох или стрелу, и теперь вы просто обречены сдохнуть. Ведь этим оружием вы не сможете разбить ни один блок, а перед вами возникнет стена, и назад пойти нельзя. Так что пока вы будете искать по врагам прокачку, они бесцеремонно заберут у вас последнее деление жизни. И если вы думаете, что это просто неудачное стечение обстоятельств, то нет. Такие подлянки игра преподносит регулярно. Вы попадете в такую ситуацию не раз и не два, и вспоминая разрабов теплыми словами, будете умирать, умирать и умирать. И все это только начало. У этой красотки в трусиках есть еще очень много сюрпризов. Например, нерабочие конты. Вы, наверное, скажете, так вот, на главном экране есть пункт Continue, что не так? Да все не так, его нельзя выбрать. Афина умирает, вас выбрасывают на главный экран и начинайте все заново. Пункт Continue вам просто недоступен. И вот как можно было испортить такую вещь, как возможность продолжить после смерти? Игра и так максимально подлая. В любой момент она может поставить вас в такую ситуацию, что ваши шансы выжить упадут до нуля. И вот как тут игроку можно не дать возможность продолжить? Вот же этот пункт. Почему он, блядь, не работает? Фомиком, да ебану, шайтан, суканка, ты не Широкума, а море... Море суккубы на Марте. Чё за... Охайо гозаимас. Визу, у тебя возникли новые вопросы? Я с радостью поделюсь с тобой своими знаниями. Подожди, а чего я хотел? А, почему я не могу использовать платье? А в смысле континью? Здесь меню, оно не работает. Ты можешь использовать его. Вспомни, что самое важное в этой игре? Цветы? Будь мудрее. С чего начинаются эти предметы? С Дэнди?
С буквы К! Чтобы использовать континью, ты должен умереть, имея букву К в инвентаре. А что, тут есть инвентарь? Хай! Кнопка Select показывает предметы, имеющиеся у тебя в инвентаре. Но не все, а только самые важные. А, так это инвентарь! А я думал, это баг. Ну так один фиг контейнер работает. Я 100 раз находил эту букву. Бакамоно, я заговори, что букву К нужно искать после каждой смерти, ибо она не сохраняется. Господи, да что за хрень? Почему именно буква К? Почему мне каждый раз ее искать? Что за надмозг это придумали? Май Кроникусу. Это куда? Какой еще Майкрониксу? Подожди. Майкроникс? И здесь мы реально ступаем на темную сторону. Вы думали, что LJN главный демон игр на 8-битках? Ну, с одной стороны, да. Радуга на картриджах сразу указывала на то, что не стоит прикасаться к этим играм. Но есть тот, чье имя нельзя называть. Вы не найдете его ни на коробке, ни в мануале, ни в титрах игры. Он всячески скрывается и выдает себя за других. Но я поведаю вам страшную правду. Истинное зло. Сам сатана видеоигр. Майкроникс. Все самое ужасное, кривейшее и не поддающееся логике, которое называет себя видеоиграми, вышло из офисов именно этой компании. Super Pitfall. Игра без логики, где первая лестница ведет вас в яму с акулами и надо прыгать в птицу, чтобы пройти игру. Ikari Warriors. Худшее управление в видеоиграх, максимально нечестный геймплей и самый тормознутый скроллинг. Thundercade. Игра, где все жутко лагает, а на двоих это просто неиграбельно. Ghosts and Goblins. О да, тут вообще не надо слов, апофеоз издевательства. Miracle Rapid Adventure in 2100. Что это вообще? Что тут происходит? Как в это играть? Почему это существует? И вершина всего этого – игра, вобравшая все худшее, что есть в видеоиграх. Бесчеловечная Майкроникс, используя нелогичность Питфола, боль Ghosts and Goblins, безысходность Ikari Warriors, лагучесть Thundercade и какого хрена тут происходит Miracle Rapid создала это. То, что разрушит этот мир. И я не удивлюсь, когда наступит судный день и прибудет пятый всадник апокалипсиса – Афина в бикини на розовом единороге. А ведь и правда, по сюжету Афина, которая кроме своего замка и платьиц ничего в жизни не видела, попадает в реальный мир с лесами, пещерами, морем, облаками, где люди, животные и растения живут в гармонии. Но она не понимает, как тут все устроено, и решает все уничтожить, лишь бы опять вернуться в свой замок. И мы вынуждены играть за эту капризную девчонку, уничтожая мир ради своей прихоти. Просто потому, что, как и было сказано в завязке сюжета, ей, блин, стало скучно. Как и почему существовала такая компания более 10 лет? Это загадка. В голове не укладывается, как ей после того, что она выпускала, вообще доверяли продолжать делать игры. Но можно попытаться понять логику. Большинство игр, произведенных этой компанией, это порты с различных аркад. Ghosts and Goblins, Thundercade, Elevator Action, Ikari Warriors и героиня сегодняшнего праздника жизни Афина – все это порты с аркадных автоматов. Но, глядя на эти порты, вот лично у меня складывается впечатление, словно это делали не люди. Вот представьте себе, как будто вы переводите какой-нибудь текст с японского на русский, да? И какой-нибудь автопереводчик зачастую выдает вам какую-то нелепицу.
Но в общих чертах примерно можно понять, что имелось в виду. Вот так и здесь, словно поработал какой-то автоконвертер игр с аркад на Famicom. И в общих чертах это действительно напоминает игру. Но в ней столько нелогичностей, несуразностей, а местами просто сломанной не работает, что мне лично трудно представить, что это было сделано живыми людьми. Но, к сожалению, играть в это приходится именно живым людям. Таким, как я. Ну хорошо, теперь мы многое поняли. И можем попробовать сразиться с этой игрой, вооружившись знаниями о сломанном геймплее и кривом геймдизайне. Добыв до босса осьминога на третьем уровне, ему надо нанести ударов 50, прежде чем он помрет. И да, как и положено в этой игре, вам будет непонятно, попадаете ли вы по боссу вообще, или игра сломалась. Но просто верьте, он обязательно умрет. После него начнется четвертый уровень, и это небесный мир. Мы берем крылья и теперь, спокойно облетая препятствия, собирая цветочки, летим... Чего? Из ниоткуда вылетел какой-то конь и, игнорируя все платформы, убил Афину. Собственно, яркий пример, как взять конкретный элемент из аркадной игры и засунуть его на Famicom через жопу. На аркаде этот враг появляется, если долго стоять на месте и не скроллить экран. Ну знаете, когда в игровых залах игры сами вас подгоняют, чтобы вы зря не занимали автомат и дали потратить деньги другим. Обычно эту функцию выполняет таймер, или вот такой вот враг, который говорит типа «не стой на месте, иди вперед». Но при переносе на Famicom его зачем-то сделали рядовым врагом. Ну вот нахрена? За вами уж точно теперь нет толпы желающих поиграть в эту игру. И понимаете, вот здесь все вот такое. Что более-менее работало в аркадной версии, в консольной приобретает совсем иной облик. Вспомнить тоже пресловутое попадание в тупики без возможности вернуться, когда вам приходится ждать, пока истечет таймер, чтобы сдохнуть. Именно для таких случаев обязательно нужно иметь с собой букву К. Ведь иначе вы возродитесь без прокачки, а на более поздних уровнях это сущий непроходимый ад. А знаете, что самое веселое? В аркадной версии вы можете вернуться назад, чтобы спокойно найти нужное оружие или в крайнем случае поменять маршрут. Но не здесь. Здесь вы просто дохнете. Это самое наплевательское отношение к игре, которое я когда-либо видел. Ну, вернемся в небесный мир. Если вы все-таки доберетесь до конца, то в качестве босса вас встретит Змей Горыныч. И убивается он легко, что является удивительным снисхождением данного в кавычках произведения. А вот после мы вступаем во вторую часть игры, и это мир лабиринта. Вот здесь уже и с пол-литрой не разобраться. Потому что пройдя четвертый уровень, мы сразу попадаем в седьмой. Более того, в конце нет босса, но есть какая-то арфа. И если ее взять, Афина станет голой. После чего уровень закончится, и мы попадаем в пятый. Абсолютно без единого предмета. И в довершении этого безумия, босс этого уровня бессмертный. Я теряюсь в эпитетах. Даже упоротые китайские порты себе такого не позволяли. А эта Афина еще и выходила официально на Famicom и на NES. Шиги-сан, спаси меня! Репрабиль но набран номер. Famicom Daibutsu Сайтай Зукан. Каттени Широкума Мори Осукоэ Намаки. Чем я могу тебе еще помочь, тому дать? Как играть в это говно? Чувствую, ты только что прошел четвертый уровень. Не стоит поддаваться отчаянию, ведь половина игры уже позади. Значит, ты готов познать истинный путь к победе. И на этом пути тебе понадобятся новые предметы.
Опять предметы, да сколько можно? 7-й уровень миру лабиринта. Вот открывается, если на 4-м или 6-м уровнях найти грудь. Попав туда, ты должен найти арфу. Но остерегайся, ибо только одна из 4 арф настоящая. Взяв одырявльскую арфу, ты решишься всего. Я и решился. Подаренную арфу оберегает незримая богиня, сокрытая за стеной из брёков. Только с этой арфой ты сможешь уничтожить финального босса. А с какой арфой я смогу убить бессмертного босса 5 уровня? Босс 5 уровня уязвим лишь для сутерера Рюка твоего. Однако, не забудь после победы над ним забрать ящику Пандоры, который он охраняет. Веди только с ним ты сможешь победить босса 6 уровня. То есть для каждого босса тут нужен конкретный предмет. И его легко можно потерять, если у тебя нет буквы К. И на это нет ни единого намека вообще нигде. Ни в мануале, ни в самой игре. Нарухо-до. Я вижу, ты окончательно понял. Теперь ты готов покорить любую вершину. Да ебал я эту вершину! Зачем такие адские сложности в примитивном платформере 87-го года? Гробака и загадочная душа японская. Из Ренесейом время консультации истекло. И в качестве аппараты принимаются новые секреты фонд профессионалов. Чего? Какая это консультация, если ты так и не сказал, почему Афина раздевается при перемещении в начале игры? А сам сказал, что я получу ответ на этот вопрос. Бака на годинку сатаре! Вот охреневший дед, а? Завербовать меня хотел. Короче, вроде даже все понятно. Ну, конечно, кроме того, что курили разработчики. Давайте попробуем затащить. В общем, босс 5 уровня не бессмертный, если убивать его луком. Только мы должны теперь выбросить все оружие, которое мы качали с самого начала игры, чтобы взять долбанный лук, который после этого вообще нахрен не нужен в игре. Он не может толком никого убить, не может разрушать блоки, а находится в таком месте, где они вокруг повсюду. И по невнимательности можно так загнать себя в тупик, ведь разбить дальнейшие блоки будет больше нечем. И это смерть. Да, начинайте заново. Ну а теперь самое интересное. Мы подбираем ящик Пандоры, оставленный боссом. И с этого момента нам ни в коем случае нельзя умирать, чтобы его не потерять. А это значит, что 6-й уровень нужно пройти вообще без смертей. А это, на секундочку, самый сложный уровень в игре. И если так случится, что вы помрете и потеряете прокачку, а с ней и ящик, и букву К вы не нашли, вас ждет. Ну ты по новой, ага. Итак, чем же так сложен 6-й уровень? Тем, что в этом уровне нельзя вернуться на верхний этаж, если ты упал вниз. А вы помните, как работают в этой игре прыжки? Слава яйцам, что хоть босс на этом уровне лох. Это чуть ли не единственный позитивный момент к концу игры. Убив хренового лобстера, мы получаем ключ, который пускает нас в 7-й мир. Самое время найти эту запрятанную в блоках богиню, чтобы взять у нее правильную арфу. Вооружившись ею, дойти до конца относительно несложно, так как босса здесь нет вообще. И вот, наконец, последний, 8-й мир. Он представляет из себя рефайты со всеми боссами. А поскольку теперь мы знаем, что и как, мы сможем их убить без особых проблем. Ну и игра не была бы Афиной, если бы в очередной раз не порадовала своими удивительными правилами. Финальный босс — это тот самый Данте с 3 головами и ртом в животе. Его бошки хаотично летают вокруг, и от них трудно увернуться. Поэтому первое, что захочется сделать — уничтожить сначала их. И если вы это сделаете, то внезапно босс просто перестанет получать урон, и вы не сможете его добить. И разумеется, я так сделал.
После чего меня отправили биться со всеми подряд заново, еще в придачу и 7-й уровень с арфой проходить. Просто прекрасная игра, волшебная игра. Люблю ее. Разрабы выдали очередную гениальную идею. Чтобы убить босса, ему сначала надо уничтожить левую и правую руку, потом рот и только в конце убить 3 летающих головы. И никак иначе. Но догадаться об этом можно только лишь сделав это неправильно. И вот, все. Игра пройдена. Пытка невообразимой логикой позади. Последний враг повержен и нас награждают финальной заставкой. Точнее, картинкой, которая выглядит как кусок зависшего уровня, где Афина появляется рядом со своим замком и играет музыка из первого, которую можно прерывать, нажимая на паузу. Прекрасно. Алло? Да, добрый день. Один билет до Истры, пожалуйста. Угу. Да-да. Сегодня? Спасибо. Вы очень добры.